Ну, всем привет, друзья мои. Это диджей Колесников. Клёвый музон. А то что-то я подумал, что я все-таки диджей. Все-таки музончик должен быть. Но тема сегодня не музон, к сожалению. Вот так фоновую оставлю, чтобы было. Чисто, чтобы вот так красиво было. Хочу поговорить сегодня о такая тема. Это консольно-ПК-шные войны. Прям вот эти ПК-шные, ПК-боярные. Прям вот и прям мы ПК-бояре. Мы прям... Люди, которые, как говорится, в 1861 году были крепостными, сейчас хотят быть хоть как-то боярами. Ремарочка. Вот, и что, уже разогрелись уже? Уже прям уже строчите комменты, да? Прям разозлились прям уже. Прям я вот чувствую я, как вас прям пробрала ненависть. Потому что я заметил очень интересную такую систему. Многие люди, не знаю вообще почему, как, что вообще, откуда у них новое какое-то веяние, ну, относительно новое веяние. Им все не нравится, вот нам вот не нравится. Вот у нас на ПК там 240 FPS. Как бы ладно, это же хорошо. Нет, это хорошо. Хорошо. Графика хорошая. Это же хорошо. Надо радоваться, что у тебя такая графика там. У тебя компьютер должен быть более-менее там 60-80 тысяч. Ну, если там не... Бушные запчасти там дешевле можно найти. Значит, там майнинг, цены на рубль, этот на доллар еще, вот это все. Ой, что-то надо было почаще музон включать. Прям настроение лучше. Хороший музончик. Вот так вот, ну вот, типа FPS хороший, графика хорошая, ладно. Есть нормальные люди, другие, тоже нормальные. Эти нормальные люди, которые, адекватные люди, я всегда ценю адекватных людей. Адекватные люди, есть люди, которые не хотят возиться в настройках, в параметрах, в железе, покупать дорогое железо, покупать дорогие настройки, драйва постоянно менять, Windows лицензионный покупать, потому что не лицензионный Windows нельзя, только лицензия. Лицензионный Windows, там сколько там, 5000 стоит, сколько там сейчас уже. Вот Windows, драйвера, всякие там дела. Сейчас будет музон. Там дрова, все дела, там все вот это все ставить, там этот лаунчеры покупать, вот эти в лаунчерах, лаунчеры устанавливать, там 5-10 лаунчеров. Там есть, конечно, один обедневший, но я его не буду рекомендовать, потому что мало еще скажу, что рекомендую тут всякое. Там Ubisoft лаунчер свой, Original лаунчер, Origin. Там всякие там, стимы, эпики всякие, вот, короче, всякое такое. Они тоже все рекламируют, все надо ставить их, они раздают, раздачи игр у них иногда неплохие. Ну, конечно, там не свежаки никто не раздает, кроме как Epic Games вот недавно раздали стратежку. Я ее, конечно, там взял, ее не включал, потому что, ну, до лучших времен пусть подождет, пока вот затишье какое-нибудь там вот это консольное закончится. Поколение там вот все сменится. Просто хочется поиграть его там на максимальной графике. Пока уровень графики на данный момент, я считаю, без выхода новых видеокарт бесполезно даже включать. Не надо себе портить настроение даже. Вот так вот. Настроение портить не надо, будет. А ты установил все, ты у тебя хороший комп, все.
как говорится, занимайся делом, играйся, там графика нужна хорошая для видеообработки, там редактора, видеомонтажера, там, как говорится, фильмы делать, там все надо, да, все нормально. Что делают неадекватные люди с обоих сторон? Я не буду никого сейчас, я всех сейчас буду этот выскажусь про всех. Неадекватные люди. Говорю сейчас про ПКшников. ПК, ПК-бояре там. Ну, как я уже говорил, кто такие ПК-бояре. Там 1861 год, как говорится. Ну, вы поняли. Ну, как говорится, там у него там средненький компьютер за 30 тысяч, там, за 25, там ноутбук какой-нибудь старенький, там не знаю, за 15-ку там где-нибудь там куплен. И он, брызжа слюной, там, не знаю, чем у него есть, начинает писать комменты, заходит в группы, где сидят обычные нормальные люди, как говорится, люди, которые просто хотят посмотреть ПК, например, да, там, или PS4, или на Xbox, просто там почитать новости, да, пообщаться, может, там как-то что-то по-нормальному, да, и начинает писать, вот у вас, FPS маленький. Ну и вот у вас, вы зачем покупаете такое говно? Ну если там 180 миллионов, сколько там людей купило, значит как-то надо. Ну как-то, да? Это как, сколько там миллионов там. Но PS2 я знаю, много купил. PS2 лучший выбор. Вот, зачем вы покупаете консоли за 20 тысяч? За 20 тысяч можно реально купить, но там было время как-то нормально, да. За 18, 19 тысяч, там же 16 Xbox продавали. Ну, новые, я говорю про новые. Там без игр, без ничего, но игры там можно купить, да. Музон пошел. Ну, ладно, вот ты вот про там... За 18 тысяч там, ладно, купил, то есть все. Ну, уже, говорит, игры дорогие, говорит, у вас зачем вы их покупаете? Так на ПК тоже игры вообще-то не бесплатные. Пиратство я не разрешаю, как говорится. Я против него. Но на ПК-то тоже. Вот на ПК можно купить за 300 рублей, а вы покупаете за 4 тысячи. Но новая игра, что-то я не видел, чтобы за 300 рублей продавалась. Прям совсем сразу. Там со скидками там бывает, да. На PS4 тоже бывает скидки, на Xbox бывают скидки, как бы там люди в Аргентине покупают, как бы на Xbox вообще молодцы. Спокойно там в песо там переводят, как бы покупают вообще. Вообще нормально, вообще никаких проблем. Но нет, найдутся, как говорится, умники. Вот это процент маленький, это называется неадекватный. Неадекватные люди начинают, вот там у вас FPS. И у них только вот FPS, вот у них два, две, нет, три стези, три, извините, три стези, это прям краеугольный камень, наверное, пока бояринного, которых вообще, стандартного, который я всегда знаю, которых я вижу. Вот. Это FPS, низкий FPS, глаз вырви, мыльная графика, вот FPS, мыльная графика. Вот. Цены на игры, у вас цены на игры, там это дорого, игры дорогие, ну не покупай их. Игры, говорит, дорогие, я могу VR-карту купить, говорит, на этот игры. Ну как бы ладно. Ладно. И у вас платный мультиплеер. Вот это я могу согласиться. Один мультиплеер платный, да. Ну, конечно, никто не запрещает 14-дневные аккаунты делать. Это как бы... И там еще есть пара вариантов. Еще. Или... Ну, никто тебе... А кто запрещает на PS4 играть бесплатные игры? Бесплатные, которые не требуют онлайнов. Там... Я не говорю про Fortnite. Там Apex неплохой. Там множество игр бесплатных, которые не требуют... Не требуют онлайнов. Там, как это, Warframe, Warface, который, конечно, людям не нравится, но можно поиграть. Он же бесплатен. Онлайн бесплатно. Включил, поиграл. Еще парочка там выходит. Ничего, все нормально. Люди спокойно играют, никаких проблем нет. Онлайн не нужен, ничего не нужно. Включил, поиграл, да и все.
Я не знаю, что прям. Если ты знаешь, что в этой игре платный онлайн, ну не покупай эту игру. Покупай, кажется, одиночные нормальные игры, там есть пара штук, кажется. Там, как говорится, шутеры хорошие, это, то есть, ну, одиночную игру купи, да играй, никто не заставляет тебя покупать игры с платным онлайном. Ну, я хочу платный онлайн. Ну, берешь, да покупаешь тогда онлайн, или 14-дневный аккаунт создаешь. Ну, говорит, я, говорит, не хочу танцы с бубном. Ну, 3 минуты времени потратить, это танец с бубном у человека. Бывают такие случаи. 3 минуты времени потратить ему, как говорится, влом. Ну, оплатить, например, там 3 тысячи тоже влом. Ну, играй тогда Fortnite, как говорится, мягко сказать. Вот такие люди. Ну, ладно, с ПКшниками, как говорится, мы закончили. Они вот чаще всего вот так. У них только 3 треугольных камня. Это FPS, как говорится, цены и онлайн. У них вот больше ничего нет. Я начинаю спрашивать, а еще как бы есть вариант, как бы еще претензии есть? Еще претензии есть? Еще претензии. Нету. Ну, а как бы что? Ой, дорогие игры. Вот у вас дорогие игры. У вас нет FPS. Вот у вас нет FPS. У вас FPS низкий. Онлайн платный. Вот и все. Вот, ну, как сумасшедшие вообще люди некоторые. Крыша едет. Не знает, до чему докопаться. Вот так вот. Теперь перейдем к консольщикам. Ой, это консольщики, это есть, конечно, шикарные прям индивиды, прям у них крыша, это вообще смысл. У них один, ну, на Xbox, на PS4 тоже один вот этот аспект, который они постоянно так прям брызжут прям на всех прям. Если я неадекватен, если человек неадекватен, он так и говорит. Он говорит, а у меня эксклюзивы. Там PS4 установит вот так. У меня эксклюзивы, эксклюзивы у меня, эксклюзивы, говорит, у меня, говорит, отстаньте от меня. Отстаньте от меня, у меня эксклюзивы, да? Не, он на времена PS2 сказать мне эксклюзивы, это шикарные эксклюзивы там. На ПК таких вы никогда не найдете, не будете играть, если только в эмуляторе, шикарные игры, да. На PS3 уже таких игр мало, очень-очень мало. Реально шикарных эксклюзивов мало. Но они есть, но их мало. Вот Resistance, вот сопротивление, вот это там. Этот Human Fall, там вот эта трилогия, вот эта шикарная, прям эксклюзив. Зря, конечно, его нету на PS4, я бы хотел поиграть, красивая игруха. Еще да, там на PSP выходила игра такая, тоже красивая такая. Вот так. Ratchet and Clank почему-то ремастер, что-то я не видел. Который там был, который на PS3. Может, на PS5 он выйдет, но я уже PS5 вряд ли буду приобретать, как говорится, сразу. Может, вообще не буду приобретать, потому что что-то как-то я разочаровался в компании Sony. Они говорят, прям, вот эти неадекватные эксклюзивы, у меня эксклюзивы, у меня эксклюзивы. Вот эксклюзивы и все, вот у него никаких больше проблем нет в жизни. У него нету там, извиняюсь, там, долгов по ипотеке, кредитов нет у него. У него нет там, извиняюсь, зима холодная, у него нет проблем, у него только эксклюзивы, все. Вот у человека в жизни он добился одного, у него эксклюзивы есть, все, на PS4, все. Больше ничего нет. Прям отбитый, неадекватный там вообще человек, некоторые вообще неадекватные. Я говорю, ну ладно, как бы это. Ну есть, как бы, ну. Качество-то какое вот этих игр-то? Должно быть качество игр-то хорошее. Xboxники. У меня, говорит, Game Pass есть. Ну, потому что в России PS Now нет, и они хвастаются этим Game Pass. Вот у меня Game Pass, я, говорит, там заплатил там 600 рублей, говорит, сколько там рублей. И, говорит, я могу, говорит, загрузить 100 игр там шикарных, прям у меня прям проблем не будет. У меня графика получше, там стабильнее, чем там терафлопсов больше.
Ну, я говорю, когда нет игр, ну, нет игр эксклюзивов, да, на люди начинают хвалиться терафлопсами. Терафлопсы у меня, самая мощная консоль, у меня там еще что там, там графика будет там хорошая, красивая будет там, мультиплатформа вся шикарная будет, прямо шикарнейшая. И вот это тоже неадекватные люди, не разговаривайте с ними. Есть много адекватных, хороших, нормальных людей, которые говорят, да, в любой, извиняю, плюсы и минусы везде есть, на любой платформе, на любой, в любой системе есть плюсы, минусы, недостатки. Есть вообще еще одна категория, это Nintendo Switch. Это вообще отдельная категория людей, их надо вообще... С ними вообще лучше не разговаривать, они как бы нормальные, но с ними не разговаривайте. Потому что у них Nintendo Switch. Ну, у них Nintendo Switch, но... у людей было 20-30 штук. И они купили себе не PS4, не Xbox, не ПК, а Nintendo Switch. Ну... Если у человека там скажет, у меня там и это есть, и то есть, и это, еще разговаривайте с ним. Если сказать, вот у меня только было, я купил только Nintendo Switch. Ну, понятно. Понятно. Ну, ПКшники любят еще говорить, что у них больше игр. У нас больше игр. Dota и CSGO. CSGO, говорит, вот так вот. А я говорю, в Dota, говорит, играй, в CSGO. Вот я таких много знаю, таких людей. Я в Dotку играю и в CSGO. И все. И мне, говорит, больше игр не надо. У меня прям, я прям шикарный прям в этих играх. Ну, как бы ладно. Как бы ладно. Вот у меня, говорит, этот. А еще на PS4 и на Xbox любят говорить, у нас читаков нет, у нас читаков нет, читаков нет. Хотя читы там есть, Читы там есть. Просто видите, читы это не такие, на них не заработаешь. Люди не зарабатывают на этих читах. Это просто там стрельба лучше, там видимость, там то есть всякое такое. Такие читаки там на флешку вставляют, там их. Я против этого. Но пока это, да, там люди там специально там зарабатывают на этом, там как-то что-то это там. Вот в такое тоже лучше не лезть. И не надо это все. Мерзость. Но на... Кажется, главный чит на PS4, на Xbox, это клавиатура и мышь. Если, кажется, в онлайн-шутере видите человека, который подключил клавиатуру и мышь, сразу сворачивайте эту игру и закрывайте. Потому что там... Ну, в любом случае, он будет играть лучше. Ну, это объективный факт. Потому что не то, что там он будет играть там на 100% лучше, его тоже, конечно, будет там стрелять, убивать, там как бы будет нормально стреляться, там все, в шутерах там нормально, то есть все. Просто данные, как говорится, системы, вот, даже вот специально, вот, на PS1, который тут написано, вот видите, PS1. PS1, красивая, пыльная еще. Запылился твой телефон. Какой-то парень по имени. Весь. Да, вот так вот. Песня. Да. PS4, PS1. PlayStation бывают разные. Черные, белые, красные. Да. И всем одинаково хочется эксклюзивы побольше заграбастать. Вот так вот. Ну, вот такое мнение мое лично. Я лично против вообще вот этих консольных, вот этих ПК-шных, ПК-боярышных, всяких других войн. Это бессмысленно. И как бы толку-то от них как бы нет. Реальных как бы причин нету. Плюсов нет. Вот плюсов нет от этой войны. Я вообще не знаю... Люди хотят играть на том, на чем можно, ну, на чем могут играть, на чем удобней. Они говорят, ой, он на ПК еще. Вот, ну вот, типа, мне удобнее сесть на диван, типа там включить это там. Этот, взять, как говорится, мою системку без провода, с проводом, потому что PS1, PS2. И сидеть вот беспроводной, вот эту. Где там у меня? Кстати. Вот. Заряжается как раз дело-то. Дело заряжается.
Там PS3 сейчас. Вот, PS3, вот. Система, как бы, да? PS3, на системка. И так вот взял, вот, ну, спокойно все. Не, он говорит, а можно, говорит, взять, говорит, этот контроллер, говорит, купить там, говорит, или там этот. И, говорит, подключить, говорит, и сидеть, говорит, ПК подключить, говорит, это можно. Ну, можно, но это вообще-то на то и расчет, как бы, если бы даже, если на компьютере даже это бы сделать нельзя было, то зачем тогда такой компьютер нужен вообще? Если даже из него подключить нельзя ничего. Ни блютуза нет, ничего нет вообще, да, вообще голая вообще система, ничего нельзя подключать, ничего не сделать вообще. Ну, это же компьютер, он же универсальный, он сделан для вообще для умных людей, чтобы людям что-то сделали. Люди на нем вообще-то в космос полетели с простейшими, там, из дня, с перфокартами из дня, лампочками, которые лампочки закрывали из дня, бумажкой, как это, тряпочками мокрыми закрывали лампочки на лампах компьютерах, вот что. Люди как-то еще умудрились на Луну слетать, да, с такими из оборудованиями. А вы, понимаете ли, гордитесь, что можете подключить из не Bluetooth этот из не или Bluetooth, понимаете ли, по Bluetooth сможете играть вот отдельно, да? Это достижение такое. В космос полетели бы на старых компьютерах, а вы хвастаетесь там, не знаете. Люди, перестаньте вести непонятные войны, непонятно из-за чего. Вот я призываю, всем поумнеть надо, успокоиться. И скоро сейчас время. Сейчас время стриминговых сервисов пойдет, так что это все споры, я считаю, в одно время кончатся. И уже будут другие споры, начнутся там. Люди всегда найдут причину для споров. Так что, друзья, никогда не спорьте из-за консольных войн. Консольные войны нас ждут, не дождутся. И мы их всегда победим. В них победителей не будет никогда. Потому что это война консольная и ПКшная. Вот на такой ноте, я все-таки музончик, любитель музона. Послушай музон. Музон шикарен вообще. А что-нибудь другое есть что-нибудь? Есть еще. На-на-на-на-на-на-на. Вот так что войны прекращаем. Сегодняшнего дня, как говорится, консольная. С ума не сходим. Играем во в то, что нравится. И там, где нравится. Всем удачи, всем пока.